В сегодняшнем видео мы научим вас, как очистить слив без использования инструментов или загрязняющих жидкостей. Как вы можете видеть, эта раковина забита и не пропускает воду. Для этого нам нужна ручка, которая используется для перемешивания кофе или любого другого подобного стержня. Что мы должны сделать? Это положить его в канализацию и переместить его, чтобы удалить грязь, как мы видим в видео. Это необходимо сделать повторно со всех сторон слива. По прошествии некоторого времени мы видим, что теперь вода проходит отлично. Если вам понравилось, поделитесь им со своими друзьями и подписаться на наш канал.